День добрый. Я художник. А вы кто? В смысле, кто я? Что это? Дружинник. Удостоверение есть? Конечно. Посмотреть хочу. Пожалуйста. Как фамилия? Якубовский, моя фамилия. Якубовский остановился. Что? Значок, что? Руками не трогайте, пожалуйста. Все это значит. Руками не трогайте. Говорю, руками не трогайте. Кто такой есть? Я вам показал. Я вам показал. Что это? Вам показали. Удостоверение дайте. Удостоверение дайте. Удостоверение дайте. Удостоверение. Удостоверение дайте. Я сказал. Кто такой есть? Что ты мне пишешь? Я вам ответил. Что это такое? Уважаем. А чего вы руками трогаете? Кого? Кто это такой? Вам написано. Вам написано. Кто? Позвоните в облраду и узнайте, и что? Автодружина. И что? Он имеет право остановить транспортное средство? Не имеет. Да? Имеет. Согласно имеет. Чему? Что, дурачок? Согласно того, дурачок. Что вы это автодружина. Он работает. Вот его данные. Я вам предъявил. Но а вы выхватываете. Я у тебя взял его. Ты что сделал? Вы выхватываете. Инспектора. Что это такое? Смотрите, он имеет право остановить транспортное средство. Да, идти проверить документы. Согласно чему? Согласно чему? 57-й слышали. Согласно чему он останавливает? Вы что, вообще тут перепуганы или что? Потому что вы нарушили правила дорожного движения. Пункт 11.5. Кто он такой? Камера это покажет. Это кто? Вам сказали, автодружина. Какой автодружинник? Вы что, сумасшедший, что ли? Что? Это форма милиционера. Не, у него это даже... форма автодружина. У него даже стоит, он шевронов. Ну вы сотрудники госавтоинспекции. Как он сюда пришел, блядь? Он остановил. Ваш, я его сейчас выдаю. Кто имеет право остановить автотранспортные средства? Он имеет право. Кто имеет? Товарищ, закон Украины о милиции. Как вы держите автомат? Как автомат надо. Как держите? Как надо. Почему держать? Дурачок, блядь. Дулом куда ты держишь автомат? Куда ты держишь автомат, дебил? Вы выражаетесь нормально. Вниз или вверх? Как ты себя ведешь? Я нормально себя веду. Я нормально себя веду. Кто нормально? Убери вниз его. Он нормально 45 стоит. Градусов вниз. И этого дебила вверх. Заберите отсюда, вниз. Пока я его не сломал. Ты, блядь. Что думаешь, вроде же это дело, автомат на людей сейчас направляешь, это нормально? Я не просто так здесь стою. Почему вы на меня направляете автомат? Я на вас не направляю. Не направляю? А что ты делаешь? Я не направляю на вас автомат. Вниз оно смотрит. А сможет. Ты кто, инспектор или нет? Да. Я вам удостоверение показал. Потому что у меня скрытое несение службы. Потому что я с автоматом. Как вы вообще разговариваете? Какая скрытая служба? Он стоит с автоматом. А вы в чем? А вы в чем стоите? Я на жилете. Ну. И вам не мешает одеть было жилетку наверх? Смотрите, я стою на дороге. Он стоит. Согласно. Я не стою на дороге. Он не стоит на дороге. Вы сотрудник у вас этой инспекции? Да, но он не стоит. Согласно внутренним приказам, вы обязаны одевать жилетки. Я не обязан одевать. Он не стоит на дороге. Я стою на дороге. Жилет, если я стою с автоматом, поймите. А вот это тогда кто такой? Ты с автоматом как только что стоял? Ты нормально стоял. Нормально это как? Так как положено. Положено, согласно, а положено как? Приказа. Ну и куда должно направлено быть дуло? Ни в коем, вниз ни в якому вниз разе. Направлено. В напрямку людей. Вниз направлено на поверхность, которая может выдержать пулю. Разоваривайте нормально, уважаемый. Смотри, может выдержать пулю, как ты думаешь? Ну, как он, кто держит вообще на спусковом крючке палец или что? Так палка даже стреляет. Вы в армии не служили, что ли? Вы в армии не служили. 657 приказ читал? Вот именно, вы его читали? Перед тем, читали. Как прилететь, давали ознакомиться с ним. Вы читали его вообще? Эта поверхность выдержит стрельбу. Выдержит? Пулю выдержит? Там указано, какая поверхность. Да, ты должен направлять поверхность вверх или вниз, или поверхность, которая выдержит стрельбу. Да он не знает. Досконально расскажите тогда, если вы так знаете. А вы знаете? Иди почитай. Да не иди, а идите. Я с вами нормально разговариваю. Черта, уберите этого здоровья. Это последний раз он живой остается. В шоке. Не разговаривайте так, уважаемый. Да кто это такой? Милиционер есть милиционер, а черт есть черт. Он остановил вас. Да я его. Я извиняюсь. Посмотрите его глаза. Инспектор, да, ну, красный. Инспектор где такое написано? Где такое? Слышь, он походу еще и укуренный на.
А ну, и потом написать. Да конечно, еще вы меня не смотрели. Ну ты сейчас нос разобьют. А успокойся, Сарич. Вам еще раз сказали, это автодружинник. Да он не имеет права. Как имеет право? Что у него подписано... Облрада, да что я есть автодружина. Ты понимаешь, что такое вообще облрада? И что такое конституция? Что такое закон? Причем тут облрада? Автодружина создана. Вы знаете, как есть помощники участковых и все остальное? Да, это гражданская организация. Это гражданская организация. А останавливать транспорт здесь имеет право только сотрудник милиции. И только в определенных причинах. Этот дебил не может ничего. Уйди отсюда лучше. Лучше уйди. Он выявляет нарушение. Допустим, ну, если он выявляет нарушение. Он, что он сделал? Он инспектор. Инспектор уже составляет протокол. Куда оно пошло? И кто ему дал жезл из вас? У них есть, это у них свои... Он может остановить транспортное средство? Согласно чему? Согласно ихнему приказу. А согласно законам Украины? Он имеет право? Рот закрой, нахер с тобой не разговаривать, все есть твой номер. Согласно? Так как купи, ну вы сам, вы в своем уме. Ну это ж не мы придумали, правильно? У нас есть руководство. Вы кто? Инспектор. Нет, вы сотрудник милиции. Вот этот человек сейчас совершает противоправные действия в пользу гражданин, против граждан. Он остановил транспортное средство, хотя он по закону не имеет на это права. Мне можно будет, я задаю его? Нельзя вам. Все, поехали, Дим. Уберите его дурака с дороги или заберите у него жезл. Да. То мы его словами или в жопу ему засунем.